Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как прошел Совет ректоров Татарстана, который наметил совместные действия по созданию единого научно-образовательного центра в целях повышения конкурентоспособности Республики Татарстан. Напомню, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров является председателем Совета ректоров Татарстана. Мы также вам расскажем об уникальной технологии реабилитации пациентов со спинальной травмой, которую внедрили ученые клиники Мэйо, Соединенных Штатов Америки, ученые Казанского федерального университета при участии Дальневосточного федерального университета. Общие подходы к оценке качества кандидатской диссертации обсуждали в Казанском федеральном университете с основателем Диссернета Андреем Заякиным. Мы также вам расскажем об уникальном проекте предотвращения деградации почв в тренде меняющихся климатических условий и современности, которую разрабатывают ученые Казанского федерального университета. В преддверии празднования 215-летнего юбилея университета ректор Ильшат Гафуров за счет личных средств подарил музею университета фортепиано компании «Селлер» 1930 года. Напомню, что в ноябре ожидается празднование 215-летия Казанского федерального университета. Ну и вновь о рейтингах, поскольку ведущее британское агентство Times Higher Education опубликовало свои данные за этот год. Казанскому федеральному университету удалось сохранить свои позиции на уровне прошлого года, 601 и 800 позиции. При этом надо отметить, что ему также удалось подняться на одну позицию среди российских вузов. Совет ректоров Татарстана наметил совместные действия по созданию единого научно-образовательного центра в целях повышения конкурентоспособности Республики Татарстан. Напомню, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров является председателем Совета ректоров Республики Татарстан. Смотрим наш репортаж. В попечительском зале Казанского федерального университета прошло первое в этом году учебное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Заседание состоялось под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Главным приглашенным гостем стал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Бурганов. Он вручил свидетельство на получение грантов президента Российской Федерации. Всего наградили 10 человек, среди них были 4 сотрудника Казанского федерального университета. В начале заседания ректор КФУ поздравил Алексея Созинова с избранием на должность ректора Казанского государственного медицинского университета. Ильшат Гафуров начал обсуждение создания в Татарстане единого научно-образовательного центра, который будет включать в себя все вузы республики. Это поручение было дано во время проведения чемпионата WorldSkills президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Этот научно-образовательный центр, он должен, с моей точки зрения, работать на улучшение конкурентоспособности, прежде всего, нашей территории, и сосредоточением усилий высших учебных заведений, научных центров крупных, наверное, корпораций. Ильшат Гафуров отметил, что на данный момент каждый вуз Республики Татарстан развивается самостоятельно, но для решения важных задач Республики необходимо объединиться и работать сообща. Мы все разные. Строительный институт, энергетический, там частный у нас очень хороший университет. И вот и на площадке Сколково тоже докладывали свое видение. Но, к большому сожалению, сложилось так, что мы все идем раздельно. Мы соединяемся с кем угодно, интегрируемся там с любыми вузами, только не со своими. Вот эту традицию, как бы ни было, нам нужно поломать. Нам нужно четкое сегодня видение республики вместе с нами, куда мы идем. Важным вопросом повестки дня стало обсуждение концептуальных решений в сфере цифровизации трех университетов. КНИТУ КАИ, КНИТУ КХТИ рассказали об итогах процесса цифровизации системы управления вузом. Если цифровизация сама по себе, как система сбалансированных показателей, в отрыве от бизнес-процессов, от людей, это просто какая-то вот внешняя надстройка. Создали центр мониторинга, значит, на сайте он у нас есть специальная закладка. Ну, приемная кампания идет, значит, мы видим в онлайне, значит, каждый день, какой у нас показатель ЕГЭ, откуда складывается, по каким факультетам. Ключевые направления цифровизации, которые я озвучил. То есть, первое, я считаю, что это комплексная автоматизированная система управления университетом на основе процессного подхода. Второе, это электронный документооборот, интегрированный со всеми информационными системами.
Третье – это электронная информационно-образовательная среда. Далее – это информационная система рейтинг ППС. АКФУ представил доклад о трех платформах, которые реализуются в области концепции цифровой экономики и индустрии 4.0. Эти платформы, они в общем целом соответствуют стратегическим академическим единицам университета. Собственно говоря, это платформа «Цифровой анамнез жизни». Это работа в области цифровой индустрии, вот, и непосредственно работа в области умных агрохозяйств и умных городов. Например, в области цифровой медицины, цифрового анамнеза жизни, это разработка серии тренажеров, которые позволяют осуществлять тренировочные операции для того человека, для которого сейчас был сделан комплекс анализов. В случае с индустрией 4.0, это решение в области бигдейта и извлечения знаний для решения задачи так называемого мониторинга, проактивного мониторинга машин и механизмов. Это тоже используется в любых отраслях, начиная от судостроения, заканчивая текстильной промышленностью. Может быть, мы с вами договоримся таким образом, что сформируем определенную группу из специалистов наших университетов, да, которые посетят и национальные исследовательские два наших вуза, другие вузы, и наш университет. И, потому что, еще раз говорю, я с этого начал, каждый из нас тратит свои ресурсы, кто-то больше, кто-то меньше, и все мы пытаемся делать самостийно, да, суверенно. При этом прячем что-то друг от друга, в конце концов мы повторяем и ошибки друг друга, и лишние траты идут. Поэтому есть предложение, если вы поддержите, уважаемые коллеги, вот руководителям ЦИТов, у разных университетов они по-разному, то есть людей, ответственных вот за эту работу. Может быть, на уровне проректоров, чтобы у них был административный ресурс, да? И сделаем эту рабочую группу, и она в текущем режиме пройдется. И, может быть, попросим представителей Министерства информационных технологий. У нас есть, мы и с министром обговаривали, поскольку нам в любом случае в республике нужно создавать и общую систему. Вот у нас огромная есть просьба Рафиса Тимирхановича вам, у нас есть база данных Рособорнадзора по единым государственным экзаменам, да, чтобы мы мониторили. Мы сейчас получаем доступ. Ну, по сути, доступ это и у нас, и в ВИРО есть. Кто из учителей, когда проходил переаттестацию, переподготовку, и вот как эта переподготовка влияет на качество на уровне школ детей на выходе, и потом, как эти дети продолжают в наших вузах. Потому что мы можем это сделать, как большой университет, но я бы хотел, чтобы мы все к этой работе присоединились, и большие, и малые. Поскольку чем больше выборка, тем больше данных, и, наверное, это будет способствовать более эффективному принятию решений оперативному и Министерства образования и науки нашей республики. То есть за счет нас, наших вузов, для нас это в какой-то степени исследовательская работа, в том числе ну, для нашего точно, потому что вот мы и на Набережных Челнах, мы готовим еще и будущих учителей, каким образом это делать. Ну и по здравоохранению, то, что пожалуйста. В контексте вашего выступления хочу сказать, что у нас и по ПИЗе готово вот это материал, где мы сплошной выборкой пошли почти там, 250 школ. И там есть очень много вопросов, которые мы, наверное, отдельно с вами потом рассмотрим, потому что там то, о чем вы говорите, видимо, иметь будет очень серьезные такие. Хорошо. Потому что вам и при назначении на руководящие посты все это пригодится. Мы сейчас вот, у нас в этом году огромный прием был, 14 тысяч студентов мы приняли, и большой прием иностранных студентов. Ну, у всех почти у нас, поэтому для нас особо важно, вот представитель КАИ, я уж по-старому, извините, буду говорить, говорил об индивидуализации траектории подготовки студентов, да, это же, только нам надо критерии оценки, для чего мы это делаем. А, это для улучшения качества образования самого студента. Б, может быть, мы освобождаем наши аудиторные фонды или не строим эти кампусы дополнительные, которые там по требованиям должны быть в таких-то пропорциях количества обучающихся. Ну и так далее. Нам нужны критерии и финансовые оценки вот этих затрат. Да? Мы говорим, перешли там на систему электронную, согласись, получение согласие на командировку, разрешения разных, а никто не сказал, раньше сколько тратили на это времени и сейчас сколько времени, да, то есть нам же не просто сказать, потому что за счет цифровизации многие компании разорились,
Это тоже надо знать. То есть, если сам продукт, ну я условно говорю, автомобиль можно что угодно в автопроме делать, цифровизовать всю технологию, все процессы, но если сам автомобиль не продается, то понятно, что этого дела лучше не заниматься. Да? Может быть, и нам так же. Поэтому нам надо четко сказать, вот муками мы тоже занимались, и все занимаются, а кто-то скажет, сколько, чего от этого получили-то. Да? Нам вот мы в ассоциации ведущих вузов, нам говорят об онлайн-программах, я всегда задаю один и тот же вопрос коллеге, говорю, а сколько вы на этом заработали? Все считают, что он там онлайн-программу сделал, кто-то зашел, вышел и говорит, вот наша онлайн-программа просмотрели, там такое-то количество людей, ну и что просмотрели? Нужно считать, что мы в конце получили, то есть кто записался и дошел до конца, получив там аттестат, соответственно, или сертификат, и заплатил за это денежку. А если этого нет, то мы можем считать, что мы впустую потратили ресурс. Когда говорим о цифровом университете, я скажу, что мы у себя договорились, на какое количество оптимизации это приводит. Понятно, мы что-то вводим, но а что взамен-то? Ну, улучшили, дальше что? Может быть, это примерно так же, что нанимать стороннюю организацию или бабушку на входе поставить. Да, дешевле обходится. В ходе обсуждения возник вопрос включения в программу Министерства молодежи Татарстана лагерей отдыха при вузах, возможности и пути для этого. Коснулись и того, что в каждом вузе Татарстана определен сотрудник, отвечающий за профилактику экстремизма и радикализма среди студентов, а также за сотрудничество с силовыми структурами. Обсудили предложение министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Катюкова о формировании единого общего стенда для вузов Татарстана. Итак, у нас появилась прекрасная возможность рассказать вам о том, как у научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета появились абсолютно новые решения на пути трансфера результатов научных исследований в клиническую практику. Речь идет об уникальной технологии реабилитации пациентов со спинальной травмой, которую разработали совместно ученые клиники Мэйо Соединенных Штатов Америки, ученые Казанского федерального университета при участии Дальневосточного федерального университета. При этом я бы хотел отметить тот момент, что Альберт Резванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, буквально на днях стал лауреатом национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Причем тут ветеринария, спросите вы. А при том, что вручена эта награда за эффективные решения в области генной терапии в лечении травм у лошадей, а также за разработки генного препарата для регенерации тканей после травм у кошачьих. Речь в данном случае идет о барсах. Кстати говоря, Альберт Резванов совсем недавно стал почетным профессором Ноттингемского университета. Можно сказать, что это состоялось во многом благодаря эффективности совместных исследований Казанского университета и Ноттингемского университета в области генной терапии в лечении травм у лошадей. То, о чем и говорилось ранее. При этом, продолжая тему сотрудничества двух университетов, надо сказать, что с 16 по 18 сентября 2019 года в Ноттингемском университете прошла совместная с Казанским федеральным университетом молодежная научная школа UK Russia Genome Workshop 2019, посвященная современным проблемам генетики. При том, что с российской стороны принимало участие 23 молодых ученых. В качестве наставника со стороны университета выступали проректор, директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киасов, руководитель научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии Альберт Резванов, а также руководитель научно-исследовательской лаборатории экстремальной биологии Олег Гусев. И все же я немного отвлекся. Вернемся к теме уникальной технологии реабилитации пациентов со спинальной травмой, которую разработали совместно ученые клиники Мэйо Соединенных Штатов Америки и Казанского федерального университета при участии Дальневосточного университета. Смотрим наш репортаж. Вот так неспешная Гулиуса врывается в историю современной медицины. После двух лет паралича она начала выполнять базовые дела по дому и уже может передвигаться самостоятельно на коляске. Медицинское чудо своими руками сотворяют ученые Казанского федерального университета, научной группы медицинского центра Дальневосточного федерального университета и клиники Мэйо в США. Для меня очень много. Для меня очень большой шаг. Потому что я же говорю, вот два года я не переворачивалась, не пересаживалась. Я абсолютно ничего не могла. Я вот себя лучше стала чувствовать еще после операции, после вот этих, как съездила во Владивосток.
Она была прикована к кровати после автомобильной аварии. Перелом позвоночника как приговор. Зимой 2018 года ей предложили участие в эксперименте. В его основе наработки ученых Казанского федерального университета, клиники Мэйо из Миннесоты и научной группы медицинского центра Дальневосточного федерального университета. Это порядка 5 лет назад к нам приехал Игорь Александрович Лавров и инициировал исследование как раз касающееся диагностики и сохранных путей у пациентов с полной травмой спинного мозга. И тогда в исследование был включен пациент как раз с полной травмой, и мы впервые его обследовали. И показали о том, что, несмотря на полную клиническую травму, есть пути, которые могут быть в дальнейшем использованы для реабилитации. Гулюса не единственный участник данного эксперимента. Участие в реабилитации принимают еще 2 пациента со спинальной травмой. Мне позвонили перед Новым годом, в 2018 году. Позвонила Эльвира Ришатовна и предложила участвовать в экспериментальном лечении. Даже не экспериментальное лечение, а в исследовании воздействий тока, да, на спинной мозг. Я согласился, потому что почему бы нет? То есть как бы люди в травме как бы вынуждены пробовать разные методы реабилитации, потому что нету какого-то одного способа, который может поставить, да, иначе бы все были там, да, и все бы там вставали. Но каждый метод немножко добавляет в копилку, и в сумме может скопиться так, что человек может встать. 3 участникам эксперимента медики имплантировали специальный чип в поясничный отдел спинного мозга. Именно в ту область, которая отвечает за движение, в спинной мозг подаются электрические импульсы, которые с одной стороны запускают парализованные ноги, с другой – эхом уход в головной мозг. Одновременно ученые Open Lab «Двигательная нейрореабилитация» с помощью инновационной методики помогают пациентам заново сидеть и учиться ходить. Шаг за шагом мозг заново учится управлять телом. Open Lab переводится как «открытая лаборатория». Это площадка, оснащенная современным научным оборудованием и инфраструктурой, открытая как для ведущих университетских, так и для ведущих приглашенных ученых для совместной реализации научно-исследовательских лабораторий. Подуральная электрическая стимуляция – это уже вживленные электроды, которые остаются с пациентом на длительное время. С помощью нее можно задать программу, то есть для, например, для сидения, для реабилитации двигательной и так далее, чтобы помочь пациентам не только в рамках лаборатории провести восстановление, но и в рамках бытовых условий. Долгое время считалось, что спинной мозг – это только канал передачи информации, своеобразный кабель, по которому переходят сигналы из головного мозга. И при его повреждении шансов на восстановление практически нет. Российские ученые доказали, что это не так. Даже при очень серьезной травме какая-то часть нервных волокон остается нетронутой. И хотя до этого она была задействована в процессе движения, российские специалисты выяснили, как научить эти волокна передавать нужную информацию. С помощью наших методик мы можем оценить, на самом ли деле полная травма или все-таки есть какие-то сохранившиеся пути, с помощью которых мы можем активировать движение, чтобы в дальнейшем развивать, усиливать, да, то, что имеется, и тем самым обеспечивать частичное восстановление двигательной активности у таких пациентов. На базе университета функционирует научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, который работает над внедрением инновационных методов лечения и диагностики населения региона в клиническую практику. Полагается, что центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями вуза для наиболее эффективного трансфера технологий по ранней и сверхранней диагностике онкологических, инфекционных, иммунных и орфанных заболеваний, методов генной и клеточной терапии различных заболеваний человека, в том числе социально значимых. Центр включает в себя центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек, отделение малоинвазивной хирургии, травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии и нейрореабилитации. Невозможно проводить, скажем так, какие-то исследования, еще что-то в рамках стационара того, который пусть лечит, там, где лечится, и там, где образовательный процесс идет, и поэтому на Волхово создает сейчас совершенно новый тип
трансфера технологий клиника, она будет называться прецизионной и регенеративной медициной, где будут отрабатываться все омиксные, геномные, протеомные, клеточные технологии. То есть они будут отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, постдоговорных, а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Стоит отметить, что это не первое исследование ученых Казанского университета в области лечения травм спинного мозга. Сотрудники Open Lab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ создали препарат на основе двух генов, который поможет восстановить двигательную активность пациента после травмы спинного мозга. Революционная разработка российских ученых защищает нейроны от гибели, стимулирует рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон. Был у нас вариант использования плазминных конструкций, либо вирусных конструкций, несущих два терапевтических гена. Один из них отвечает за закодирование белка нейротрофического, который будет стимулировать регенерацию нервной ткани, а второй из них ответственен за стимуляцию ангиогенеза, то есть за рост новых сосудов, которые, конечно, тоже участвуют в регенерации и восстановлении ткани. Эффективность препарата показали проведенные на крысах эксперименты. Спустя несколько месяцев после начала лечения животные смогли ходить на прежде парализованных конечностях. Генную терапию и клеточную терапию мы успешно применили на крысах. А, например, клеточную терапию с помощью стволовых клеток из жировой ткани пациентов мы уже успешно применили и на свиньях. У нас есть несколько патентов, сейчас много публикаций, сейчас по свиньям мы готовим новые патенты, новые публикации и надеемся в ближайшее время выйдем и на пилотные клинические исследования. Эти первые результаты пациентов Open Lab двигательная нейрореабилитация говорят о реальном трансфере медицинских технологий. Разработки могут уже через ближайшие 2-3 года лечь в основу нового витка в реабилитации пациентов с травмой спинного мозга. Ученый Казанского федерального университета, профессор, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Анатольевич Резванов недавно стал обладателем престижнейшей российской премии «Золотой скальпель». Это самая высокая награда в области ветеринарной медицины. И вручена она была в рамках 25-го европейского ветеринарного конгресса ФИКАВА, который на днях проходил в Санкт-Петербурге. Столь высокой награды Альберт Анатольевич Резванов и его соратники удостоились за действительно прорывные разработки в области ветеринарной медицины. И в частности упоминаются работы вместе с учеными Ноттингемского университета из Великобритании. Были разработаны методы генной терапии, которые позволили травмированным лошадям восстановиться буквально за 2 месяца, что намного сокращает путь, который раньше был предложен предыдущими методами. Кроме того, высокий вклад был внесен в рамках Open Lab генные и клеточные исследования Института фундаментальной медицины и биологии, также под руководством Альберта Резванова, в части генной терапии лечения травмированных снежных барсов. Вручение столь высокой премии означает высокое признание вклада Казанского федерального университета в отечественной ветеринарии и, кроме того, отражает богатое наследие сотрудничества с Ноттингемским университетом Великобритании. Общие подходы к оценке качества кандидатской диссертации обсуждали в Казанском федеральном университете с основателем диссерната Андреем Заякиным. Смотрим наш сюжет. С 17 сентября в Казанский университет прибыл один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин. Встреча с руководством вуза состоялась в зале попечительского совета КФУ. Меня любезно пригласил Марат Рашитович обсудить проблемы научной аттестации, особенно в контексте того, что Казанский университет переходит сейчас на систему собственных
диссертационных советов. И в этой связи хотелось бы избежать тех ошибок, которые сделаны уже были в нашей федеральной системе научной аттестации. В ходе заседания были обсуждены проблемы, стоящие перед всеми российскими университетами, а также высказаны замечания в сторону сотрудников КФУ. Напомним, что в Казанском университете издается большое количество научных журналов по самым разным отраслям знания. Здесь важно отметить хорошую динамику развития журнала Института психологии и образования КФУ «Образование и саморазвитие». В 2017 году у Диссернета были претензии к статьям, которые издавались еще до 2010 года. Перед руководством вузов стала проблема – либо закрывать журнал, либо производить его очистку. В результате было принято решение реанимировать журнал, заменить его главного редактора. В настоящий момент ключевым редактором является Николас Рашби, ведущий научный консультант по развитию международной публикационной активности. Любые лекала, по которым будет идти дальнейшее очищение, вообще говоря, любых редакций, должны списываться с кейса журнала «Образование и саморазвитие». Я считаю, что он войдет в историю. Это был журнал, в котором публиковалось очень много статей, в которых нашелся плагиат. И в какой-то момент руководство вашего университета приняло решение заменить в нем главного редактора, заменить полностью или частично редколлегию. Был приглашен англичанин, специалист по научным публикациям и наукометрии Ник Рашби. И он провел очень тщательную кампанию по детальнейшему изучению всех ситуаций. Кампания по наращиванию публикационной активности в международных научных журналах «Базы Scopus» и «Web of Science», которая некоторое время назад была развернута в стенах Казанского университета, эта кампания, которая порой перестала в кампанейщину, сегодня последствия этой кампанейщины здорово икаются нашему университету. Икаются в первую очередь в прессе, в информационном поле. Как пример формального подхода к исполнению требований государственной программы ТОП-5-100, в рамках которой университеты-участники были обязаны увеличить число публикаций в международных научных базах данных в обмен на щедрое финансирование со стороны государства. Основная претензия – то, что значительная часть публикаций была размещена в так называемых мусорных журналах, низкорейтинговых изданиях, редакции которых не критично относятся к публикационным материалам и не проводят их рецензирование, например, научной ценности. В итоге университет понес серьезные репутационные потери. Как говорил в другое время и по другому поводу Сергей Довлатов, не то чтобы он пил больше, чем остальные, но получалось у него как-то это заметнее. Редкий вуз, участник программы ТОП-5-100, избежал соблазна нарастить свои рейтинги за счет массированной публикации в низкокотируемых журналах, но Казанский университет имел неосторожность засветиться в этой практике наиболее ярко. И упрекнуть в этом КФУ стало в определенных кругах просто хорошим тоном, в том числе и в кругах сотрудников университета. Знаете, в математике есть такой способ доказательства теорем, доказательства от обратного. Давайте попробуем взглянуть на тему сомнительной публикационной активности, имевшей место в КФУ, с такого ракурса, с ракурса от обратного. Что бы было, если университет не стал форсировать эту активность? Из позитивных моментов, очевидно, профессорско-преподавательский состав КФУ был бы избавлен от дополнительных нагрузок, которые накладывали на него эту активность, избавлен от того раздражения, которое эти нагрузки порождали. Как, например, это случилось в Уральском федеральном университете. Там избавили своих сотрудников от необходимости гнать вал публикаций и пошли другим путем. Путем сокращения преподавателей. Из 3500 научно-педагогических сотрудников под увольнение попало около 700, каждый пятый. Сэкономленные средства Уральский ВУЗ пустил на развитие других программ в рамках проекта 5-100. Если бы уральская практика увольнения каждого пятого сотрудника университета была распространена на КФУ, работу бы потеряли около 2000 преподавателей. Зато репутация университетов, скорее всего, не пострадала. Надо понимать, что финансирование, которое получил КФУ в рамках программы 5-100, в том числе и за свою публикационную активность и все огрехи с ней связанные, позволили в том числе и сохранить массу рабочих мест в университете. У истории с мусорными журналами есть и такое измерение, и не надо о нем забывать. Уникальный проект «Предотвращение деградации почв в тренде меняющихся климатических условий современности» разрабатывают ученые Казанского федерального университета. Технология разработана Институтом экологии и природопользования КФУ в рамках гранта федеральной целевой программы и уже протестирована совместно с индустриальным партнером холдингом «Агросила». Внесение в почву нетрадиционного удобрения биочара, скажем, из куриного помета, позволяет задерживать в почве углекислород, повышая таким образом плодородие почвы
и предотвращая повышение температуры в окружающей среде. Технология, разработанная в КФУ, позволяет получать биочар также из элеваторных отходов, скажем, подсолнечника, рапсов и других растений. Биочар – это продукт, полученный в результате нескольких стадий пиролиза. Пиролиз – это сгорание без доступа кислорода. Впрочем, более подробно мы вам расскажем об этом в нашем репортаже. Смотрим. Биочар – такое неизвестное многим слово. Его любят многие эксперты по садоводству. Он благоприятно влияет на окружающую среду и используется профессиональными садоводами, специалистами по уходу за деревьями и землевладельцами во всем мире для получения невероятных результатов. Однако многие из нас даже не слышали об этом. Простыми словами, биочар – органическое вещество, переработанное в бескислородных условиях при высокой температуре. Ученые Института экологии и природопользования КФУ разработали технологию получения биочар из куриного помета, а также из подсолнечника, рапса и других растений. Стоит отметить, что итоговый продукт можно получать как в сыпучем, так и в гранулированном виде. В данном проекте предлагаем другое решение. Мы предлагаем производить пиролиз этих отходов с получением так называемого пироугля. Что такое пиролиз? Пиролиз – это термическая обработка отходов в бескислородных условиях. Мы все знаем термическую обработку, которую мы называем сжигание. Да? То есть мы сжигаем в печке древесину, мы можем сжигать вот этот же самый помет. Это тогда, когда все органическое вещество сжигается и образуется просто зола, да, которую мы из печки выгребаем. И зола является хорошим удобрением, мы вносим там под помидоры, огурцы и так далее. При пиролизе не происходит полного сжигания органического вещества. Да? То есть в этом пироугле остаются, ну и понятно, что и калий, и фосфор, которые необходимы растениям, но еще остается большое количество углерода и азота. Ученые реализуют проект в рамках федеральной целевой программы. 3 года назад они провели соответствующие лабораторные испытания, затем создали установку, где получили большое количество биочара и затем использовали его на полях одной из самых мощных производственных площадок в России – Заинский сахар. Эта установка собрана, соответственно, сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слоу, так называемого пиролиза, и она является установкой роторного типа. За хранение и утилизацию таких отходов предприятия обязаны платить государству. Проект Казанского федерального университета позволяет создать новые технологии, обеспечивающие переход к высокопродуктивному, экологически чистому агрохозяйству, включающих систему рационального применения традиционных удобрений и удобрений нового поколения, а также применение средств биологической защиты для сельскохозяйственных растений. Во время самого процесса переработки куриного помета будет получено пиролизное топливо. С помощью него установка сможет сама себя обеспечивать энергией. В эту реторту загружается исходный материал, далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм, а в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Технология, разработанная Институтом экологии и природопользования КФУ совместно с индустриальным партнером «Заинский сахар», получила положительные результаты. Если мы выращиваем на почве без каких-либо удобрений, у нас получается у ячменя, если я не ошибаюсь, 16 центнеров с гектара. Если мы выращиваем с минеральными удобрениями, 21 центнер гектара. Если мы выращиваем с пироуглем, у нас получается 26 центнеров с гектара. Казанский федеральный университет одним из первых в России использует пиролиз для обработки куриного помета. В мире для такой обработки используют сушку помета. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении, ведь в отходах содержится множество вредных элементов для человека. Есть вредные микроорганизмы, которые либо являются болезнетворными для растений, либо выделяют токсичные вещества, замедляя рост микроорганизмов и так далее. Вот. Мы можем из почвы выделить полезные микроорганизмы, нанести их на поверхность пироугля и пироуголь с микроорганизмами внести в почву. Таким образом, мы достигаем двойного эффекта. Первое, пироуголь у нас является источником питательных элементов,
он является структурирующим агентом, плюс ко всему он является домиком, убежищем микроорганизмов, которыми мы хотим улучшить рост растений. Стоит отметить, что биочар является полезным удобрением и для почвы. Его преимущество в более длительном нахождении в почве. Оно менее доступно для микробов, в результате чего они поедают его медленнее, постепенно переводя в гумоспособные вещества, и углерод не улетучивается слишком быстро. Тем самым повышается плодородие и предотвращается повышение температуры в окружающей среде. И в то же время получающийся пироуголь не пахнет. Да? Пироуголь представляет из себя уже отход гораздо меньшего класса опасности, то есть он менее опасен, чем исходный куриный помет, вот этот вот пироуголь. И плюс ко всему, этот пироуголь является прекрасным также удобрением, потому что в нем, как в исходном помете, содержится углерод, азот, калий, фосфор. Но преимуществом пироуголя является то, что в отличие от куриного помета, он является так называемым долгоиграющим удобрением. Этот проект, связывающий в одно и то же время климат, плодородие, почвенную деградацию, очень важен для решения текущих сельскохозяйственных и экологических проблем. В преддверии празднования 215-летнего юбилея Казанского университета ректор Ильшат Гафуров за счет личных средств подарил музею университета фортепиано компании «Селлер» 1930 года. Напомню, что празднование 215-летнего юбилея университета ожидается в ноябре месяце этого года. Смотрим наш репортаж. К 215-летию Казанского университета ректор КФУ Ильшат Гафуров решил подарить музей истории пианино 1930 года. Инструмент опробовали на месте. Пианино настроено, звучание у него хорошее. Я сюда часто заходил и видел, что то пианино, которое стояло здесь, оно, в общем-то, диссонирует с нашим музеем. Поэтому было принято решение найти исторические пианино, что было сделано. Ну, а некоторые могут задать вопрос, почему это не произошло в ноябре, вне юбилея. Разницы никакой нет. Вот, я получил заработную плату и решил часть потратить на покупку данного инструмента. Пианино будет расположено в Музее истории КФУ. Играть на нем смогут все желающие. В скором времени планируется также поменять рояль, расположенный в актовом зале КФУ. И я думаю, таким образом мы поменяем скоро и рояль, который стоит в актовом зале, вообще к празднику нашему, к 26 ноября, который мы будем отмечать, немножко поменяется и наш актовый зал. Капитально мы его изменять не можем, потому что этот объект сегодня является объектом культурного наследия. Ну, как говорится, от перестановки слагаемых ничего не меняется, но мы его приведем в более такой исторический вид. И вновь о рейтингах. Казанский федеральный университет в рейтинге ведущего британского агентства Times Higher Education среди российских вузов поднялся на одну позицию, переместившись с 10 места на 9. При том, что в мире позиции свои прежние, 601-800, он сохранил. Британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг университетов мира за 2020 год. В этом году в него вошли свыше 1300 высших учебных заведений из 92 стран. Россия представлена 39 высшими учебными заведениями, в число которых вошел и Казанский федеральный университет. Один из ключевых рейтингов, он интересен тем, что он его разрабатывает одна из ведущих рейтинговых агентств мира, которая рейтингует не только высшее образование, но и многие другие сферы. Поэтому с точки зрения методологии у них очень хорошая выборка, очень интересный подход. Хотя для нас опорным является QS, Quacquarelli Simons, но за этим рейтингом мы тоже очень внимательно наблюдаем. В этом году доля российских вузов в рейтинге возросла. Страна заняла 39 мест в таблице, что на 4 больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост количества участников, Казанскому федеральному университету удалось улучшить свои позиции. Университет в мировом разрезе занимает 601-ю, 800-ю строчку, а среди российских вузов КФУ занял 9-е место. В этом году мы на той же позиции, вроде бы, казалось бы, что и в прошлом году, это диапазон 601-800, и поэтому там, ну скажем,
много есть различных мнений. То есть много это или мало. Но если мы посмотрим страновой разрез, то нам удалось улучшить свои позиции. Если раньше мы были на 10-м месте в Российской Федерации, сейчас мы на 9-м. И наша позиция, то есть среди федеральных университетов, мы в этом плане занимаем это самую высокую позицию. И наша позиция выше, чем общая позиция Санкт-Петербургского государственного университета и Бауманки. МВТУ имени Баумана, который является одним из признанных, это лидеров образования. При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по 5 группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доход от исследовательской деятельности, качество преподавания, а также возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Вел программу Ильдар Каримов. Всего доброго.